В чем, говорит, я? Ну, сказала, там, не уже опыт, если... На экране ролик на песню «Жди меня». Один из лауреатов кинофестиваля «День Победы» Валентин Иванов рассказывает. Снимал и продюсировал музыкальный клип впервые, но с большим удовольствием, ведь это была просьба друга. Он ушел 27 февраля, а 18 февраля, к сожалению, это был последний выход его на связь. Он ушел на задание и погиб. Вот в целом мне позвонили организаторы кинофестиваля и сказали: так и так, вы номинированы. Автор песни «Илья» с позывным «Тунгус» погиб в марте. Песню о войне он написал, будучи на фронте. Когда приехал в отпуск, подал заявку на участие в конкурсе и снова на передовую, откуда уже не вернулся. Снятый клип «Жди меня» выиграл приз за художественное воплощение темы мужества и любви к родине. Мой друг, и это награда его, я чисто как друг помог снять клип. И видите, он увековечил память его. Добился, да, успехов. Жаль, что посмертно. География конкурса с каждым годом становится все шире. На фестиваль свои фильмы и видеоклипы отправляют режиссеры из разных уголков страны. В этом году пришло более 200 работ. Проводится третий раз. Он проходит в основном в Одинцовском районе Московской области, также еще в некоторых городах Подмосковья и городе-герое Москве. Принять участие на международном кинофестивале может режиссер любого профиля. Главное – соблюсти патриотическую тематику. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».